после разрыва. Потому что лето. И весной, лето и осень, и здесь. Подсекают, от муку же ловить. Обычно раньше всегда больше давал времени на заглотан. Вон он весь контакт. Кто-то есть. На нашего кузенчика нападает. За эту перец. Есть, конечно. И крупно есть. Я здесь до полкилограмма ловил. Но это гораздо позже. Сейчас будем доставать. Заглотил, зараза. Что, придется выбирать. Ельчик. Прямо вот такой вот ельчик. И красочек. Вот там прям по самой небалусе. Раньше было легче. В том плане, то, что когда я ловил здесь, так все заросшее было. Сейчас это все ужасно заросло. Чтобы пролезть, мне очень затратить немало сил. Пролезть туда, пролезть сюда. Поэтому это все так получается. Слушай, что-то я не там. А, я же верхний клапан. Ну, молодец, я уже забыл про него. Так, это самое берем. Несмотря на его размер и вес. Здесь же бывает по размеру самого большого, я там, наверное, 250-300 ловил. Только я не ловил. Читал литературные книжки. Умные. Там пишут, что он больше 300 грамм не вырастает. Так что, в принципе, мы взяли довольно-таки взрослый особь. Сидели. А с этого вот так выглядит у нас запас кузнечиков. Ловишь кузнечика, делаешь дырки, привязываешь на веревке к себе или к рюкзаку или к себе. Берем одного кузнечика. Раньше я на один ловлю ловил где-то порядка 120-100 кузнечиков. Сейчас я наловил от силы, дай бог, штук 30. Сегодня мы ходить далеко не будем. Вон он кормится хорошим. Посмотрим, может, головчик будет.
пёс такой хороший пёс, ребят. Они не ставят зайчика. Вчера вечером ловил, а минут 40 я прыгал. Собирался зайчик, смотрю, тут нас знаем, выкидываем. Потому как если этого не сделать, будет очень много фальшивых поклевок. Тяжелее засекаться будет рыба. Там уже эти лапки тянет. И, блин, просить тяжело. Ух.
закончится сейчас, по-моему. Здесь очень много цыган в поселке. Многие из них увлекаются, скажем так, рыбалкой. Проводят время на речке, их много. Я подумал, тут как раз на этих местах. Потому как за поселок вымер. Очень мало осталось внизу и здесь, на берегу. Конечно, я начинаю оставаться вверху. Здесь очень много цыган. Кроме стандартного торговли спиртом, для водки. 90 они торговали здесь вещами. Сейчас, как мне рассказывают, торгуют. Некоторые из них занимаются, скажем так, частным бизнесом, ИП. Это у нас рыбу искупают, вот колосинки, посыпки грибов. И искупают грибы или сечки. Я одно время сдавал. Рыба, когда рыба есть, есть маленький вот рыбы. Но когда знаешь места. Только один родился, вырос. Потому что если знаю плохо, зарабатывают то есть в районе 5000 в месяц, собственно, на грибах на отдыхе. Каждое утро по ядру где-то сдавал. А вот так потихоньку. Я не помню, 20 лет мороженое всегда было. Головлика хочется, но что-то не кажется.
этого самого берега.